Нет, мне кажется, надо, мне кажется, вот да, чтобы обустроить нашу страну, начиная с коррупции, если говорить о коррупции, надо строже, намного строже наказывать коррупционеров и большими суммами, и большим сроком, и нетерпимее относиться к этим проявлениям, чтобы не забалтывать все это, а забалтывается. Все эти политические ток-шоу, смотришь, все говорят, ощущение какой-то бесконечной говорильни, а действия нету. Не то, что где посадки, да, это должно быть, да, где они, где. Почему говорили этот жулик, этот вор, этот украл, этот удрал. Давайте, приведите, посадите, чтобы народ знал, что да, справедливое государство у нас. Но пока это все в говорильню уходит, к сожалению. Ничего, это тоже пройдет, и как я когда говорил про Украину, что народ должен сам скинуть, мне кажется, здесь тоже народ должен как-то своих лидеров подпереть, сказать: товарищи, давайте, мы вас любим, мы за вас голосуем, и вы будьте правильнее, ведите себя по отношению к этим негодяям, которые вот портят и имидж страны, и состояние страны. Короче, я актер, а не политолог, потому мне все это грустно, я все это понимаю, а выразить не могу. А в кадре я бы сыграл, и все бы заплакали. В зале все бы заплакали, если бы я вышел на сцену. На то и это есть моя профессия.